Привет, дружище, меня зовут Шамбо, и мы продолжаем наши приключения на острове Солсхейм в игре Morrowind. Итак, в прошлой серии прибыли на этот остров, прибыли вот в форт Иневые Бабочки. Форт был цел, но потом произошло нечто удивительное. Во-первых, я зашел в кладовку, потому что... Ну, почему бы не зайти в кладовку? В общем... Сначала здесь готовил восстание один целитель, жрец, священник, просто потому, что он хотел вернуться в родные края, на юг. Я сейчас смотрю из головы Сайнуса Люциуса. Так вот, и воровал выпивку. Солдаты бузили, хотели свергнуть капитана. А потом искали контрабандистов. После того, как с ними расправились, вернулись в форт, и тут случилась вот такая вот беда. Даже колодец поломали. Так вот, где же капитан? Нужно его отыскать и узнать, что же здесь приключилось в отсутствии, потому что, блин, да так разломать форт, кто это мог? Гиганты какие-то, драконы? Похоже, мы в одной компании. Что я могу сделать для тебя? Скажи, кто на вас напал, кстати? Ох, эти твари, это ужасный капитан. Я не видел его. Найди Арторию, она может знать, что делать. А, то есть капитан... Нет, погоди-ка, я сначала найду капитана. Что вы говорите? Он сидел в своей кибитке. Может, здесь труп лежит? Так, нету. Он стоял вот здесь, а другая дверь? Тоже нету. А куда он делся? Его в плен захватили, кстати. А это вполне логично. Ну, типа, в плен, выкуп потом. Так, у него здесь ничего ценного не было. Это просто подсвечники, блюдо, сундучок. Немножко золота. Так, у него неплохая такая посуда. По всей видимости, те захватчики, те твари, которые сюда прибыли, явно не за деньгами пришли. Захватить капитана зачем? Может, этот священник ему так решил отомстить? Ведь после того, как капитан узнал, что это священник делал все эти вещи, тот отказал ему в переводе на юг. Ну, а священник, как любой адекватный человек, не любит холод. Невызревшая белладонна. А есть вызревшая? Давай такой тоже соберем. Так, ладно, ищем Арторию. Артория. Что вы говорите? Да я ничего не говорю, кстати. А ты знаешь, где Артория находится? Нет, он только со мной прощается. Даже не в силах сказать, где Артория. Артория, она на верхнем уровне. Она вот здесь сидит. Или, по крайней мере, сидела. Мало ли, что с ней приключилось. Что вы говорите? Так, а ты тут учишься? Вот наш друг пришел. Говори свободно. Что вы говорите? Вот она, Артория, здорово. Что вы говорите? И как раз вовремя. Его нет. Эти твари захватили его во время битвы. Кто-то должен найти капитана. А что за твари-то, скажи мне? На форт было совершено нападение. Это были какие-то волкоподобные создания. Я не знаю точно, как это произошло. Силы были неравны, но солдаты сражались мужественно, особенно капитан. А когда все кончено, он исчез. Я не видел, как он пал, поэтому я предполагаю, что он все еще жив. Я думаю, все эти дикари из деревни Норлингов могли иметь к этому какое-то отношение. Ты должен найти его. А где деревня? Что за создание, сначала скажу? Я думаю, что это могли быть оборотни. Я видел их раньше. Но это были другие. Я никогда не слышала, чтобы они появлялись где-то такими большими стаями. Я также никогда не слышала об оборотнях на этом острове. А кто знает, впрочем. До меня доходили слухи, что норлинги на севере могут контролировать этих тварей. Поговаривают, что они могут даже сами превращаться в них. А, но кто бы они ни были, я больше не хочу встречаться с ними. А то есть мастер меча испугался волков. А где деревня находится? Это стадо дикарей, живущие в северо-восточной части острова. Скалы, как они называют себя. Я отмечу их деревню на твоей карте. Стадо кретинов, поклоняющихся духам животных, особенно волкам. Это тебе что-нибудь говорит?
Я уверена, что они знают, что произошло с капитаном. А теперь иди и выясни это. Они, вероятно, не сразу поверят тебе, поэтому возьми вот это. Это им понравится. Ты должен оставаться с ними, пока не выяснишь, что произошло. Стань им как брат. Завоюй их доверие. Скалы? Я не доверяю им. Они поклоняются волкам, медведям и тому подобному. Это неправильно. Их можно встретить по всему острову, этих волков. Иногда они сбиваются в стаи, что делает их особенно опасными. Говорят, они переносят заразные болезни. Их много на этом острове, этих медведей. Некоторые из них отвратительные создания, встречаются даже заразные. Не стоит связываться с ними, хотя их шкуры довольно ценные. Так, это, конечно, все хорошо. Но меня беспокоит тот момент. Возможно, тебя тоже. Как волки смогли проломить стену, черт подери. Это ж волкоподобные твари. У них что, были осадные машины, катапульты? Или они были размером с эту стену? Что-то здесь не сходится. Что вы говорите? Кстати, а где мой попутчик? Он вроде застрял на улице, я с ним не заходил обратно. Что вы говорите? Просто я хочу его как бы отпустить, чтобы он за мной не бегал. Или ты уже не бегаешь? Как уже говорил Артория, план действий ясен. Ты должен отправиться в деревню Нордлингов и выяснить, что они знают об этом ненападении. Идите туда и попробуйте выяснить что-нибудь об исчезновении капитана. Это в северо-восточном конце острова. А ты со мной не пойдешь? Я лучше останусь здесь. Да, конечно, я с ума бы сошел с тобой идти. Так, без него здесь все развалится. Ну, в общем-то, начинаются приключения. Нужно будет в эту часть, потом, скорее всего, вот в эту, в самом конце вот сюда, а капитан окажется в центре. Если к тому моменту он еще будет жив. Ну что, я не знаю, как волки смогли все это сделать. Я, конечно, понимаю, что они могли, например, вот через открытые ворота пройти, но как они проломили так стену. Да и что им помешал бедный колодец? Мы должны найти капитана Кариуса. Без него здесь все развалится. Хорошо, найдем капитана Кариуса. Также в ходе редактирования прошлой серии я узнал о том, что это дополнение оказывается последнее. Я всю жизнь всегда думал, что оно первое. И заканчивается все на... Не буду говорить на чем, но... На первом дополнении трибунала. Оказывается, вот это конец. Неожиданно. Так, падуб соберем. Тут... Какие-то нудисты ходят. Ты кто? А, берсерки. Ну, в принципе, берсеркеры, например, Властелин колец, те Урукхай берсерки, тоже доспехи не носили. Тут у нее есть шлем нордлингов, медвежьи сапоги. Блин, жалко, нельзя рубить деревья. Здорово. Я, кажется, знаю, кто будет на превью. Заори что-нибудь в камеру. Ух, точно, точно, точно. А, медведь, давай-ка еще раз. Давай. На две лапы встань. И как двинь меня сильно. Ну давай, я верю в тебя. Ну встань на лапы. Да встань ты, засранец, на лапы. О, прекрасно. Это супер превью. Поэтому, медведь, извини. А... Отлично, какой-нибудь такой картер выцеплю. Чумной медведь. У чумного медведя есть медвежья шкура. Она увеличивает силу, дает сопротивление болезням и уменьшает запас сил. Возьму просто, чтобы было. Кстати, как я понял, у меня разряжена моя катана, поэтому я здоровье себе не восстанавливал. Давай перезарядим. Бам. Нагат Велос, душа твоя была потрачена. И надо бы подлечиться. У меня хилка на пятерке. Бам. Красиво. Так, и карту вернуть. Задание от восточно-имперской компании я решил выполнять отдельно и все поочередно. То есть сначала побегаем, вот так полазим, посмотрим, повыполняем, как понимаю, основное задание по поискам капитана и тому подобному. Посмотрим вот эту вот локацию. Тут какой-то парень стоит. А,
Нет, я не хочу, чтобы ходячий труп на меня читал какое-то проклятие. А у нее шерстяная волчья броня какая-то. Так, что у тебя есть? А, фризовая ведьма. У фризовой ведьмы есть простая рубашка. В смысле железная? Это как бы меховая, не железная явно. У нее какая-то странная железная кира, такой не видел. Ну, в общем-то, и все. Кто? И ты тоже хочешь на превью? Ну, может, я тебя тоже выцеплю как-нибудь. Встань на задние лапы. Только не смотри на меня сверху вниз, иначе неудачный кадр получится. Ну, прощай. Он даже умирающий пытался меня убить. Медведь Гризли. У него такая же шкура, как и у предыдущего. Так вот, что я вспомнил? Я вспомнил, что около форта там какой-то паренек еще в прошлой серии стоял. Я к нему все не хотел идти, потому что, ну, не знаю почему. Поэтому давай к тому парню сходим, посмотрим, что ему надо было, и потом двинемся дальше, на восток. На северо-восток, если быть точнее. Он где-то вот здесь вот стоял, прям на дороге, так и напрашивался, чтобы я к нему подошел. Возможно, у него есть задание. Опаньки, а там уже север. Рейнхард, красное копье. Будь осторожен в пустошах, друг. Там встречаются не только волки и медведи. Так ты путешествуешь по пустошам Солстейма, так же, как я. Вот тебе совет от одного странника другому. Держи свои глаза открытыми и никогда не теряй голову. На этом острове встречаются далеко не только медведи и волки. Если тебе придется встретиться лицом к лицу с берсеркерами или фризовыми ведьмами, бросай свой меч и беги, сломя голову. Если тебе понадобится кровь, мои родственники в Тирске примут тебя с радостью. Но как бы я берсерка и фризовую ведьму грохнул, а что про них расскажешь? Их называют «голая грудь» на языке нордлингов. Это из-за привычки ходить полуобнаженными даже в самую жестокую метель. Они сумасшедшие, они дикари и убийцы. Говорят, что их также привлекает смерть, что они даже живут в некоторых могильных курганах Солсхейма. И я также слышал разговоры о мамаше берсеркеров. Но никто из тех, кто, возможно, видел ее, не остался в живых, чтобы рассказать об этом. А ведьмы? Фризовые ведьмы – это маги, посвятившие себя учению Кин, вдовы бога Шора. Все они сильные колдуни, в совершенстве владеющие магией холода. Это довольно злобные дамочки. Я считаю, большинство людей... И они считают большинство людей угрозой своей веры. Их видели в пустошах и паре ледяных пещер. А где Тирск находится? Тирск – это лучший медовый зал, который можно когда-либо встречать, друг мой. Он находится к северу отсюда, к востоку от озера Фльярит. Если ты берешься до деревни Скалов, значит, ты зашел слишком далеко. Когда войдешь в Дирск, найди Ульфрун. Она заведует всем медом и с радостью продаст тебе графинчик другой. А где это озеро? Это большое озеро к северо-востоку. Конечно же, оно покрыто льдом, так что от него мало толку. А что за мед? Да ты шутишь. Мед – это нектар богов Шора. Он изготавливается из бродившего пчелиного меда. Это лучший напиток, когда-либо касавшихся губ нордлинга. Ну хорошо. Спасибо за объяснение. Как понимаю, озеро находится вот здесь, но это слишком далеко. Северо-восток. Ну да, озеро только вот это вот похоже. И значит, где-то вот тут будет еще один город. Ну что, пошли на восток, где были до этого. Кстати, я находил сталгрим, я не понял, как его добывать. Мне кажется, его можно добывать киркой. Оставайся столько, сколько хочешь. Да-да-да. Поэтому я попробую сейчас найти, купить кирку. И попробуем еще добыть сталгрим. Так, у тебя кирки нету? А вроде бы это нету. Вот про сталгрим еще с ним нельзя поговорить. Но с другой стороны, где как не в арсенале? Какая интересная дверка.
Бам. 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 А не понял, что взял, но я что-то взял. А, перегородку я ходить не хочу. Перегородку я ходить не хочу, дубль 2. Что вы говорите? Что вы говорите? Что здесь за очередь, его? Я говорю? Добро пожаловать. А я тут был. Мне сейчас опять надо вниз протиснуться. Ладно. Что вы говорите? Потом как-нибудь его? Сможем добыть Добро этот сталгрим. Я уверен, что это не единственный, который здесь встречается. Поэтому сейчас на это время тратить не будем. Привет, друг. Кстати, вспомни, что говорила Артория. Что здесь так доблестно сражались солдаты, что чуть ли каждый не был готов умереть. А где тела? Что, только капитана захватили и все? Остальные просто разбежались? Что-то это все подозрительно. Ладно, пошли в ту пещеру, которая была обнаружена. И вот здесь кусочек карты тоже нужно осмотреть. Чему он не отметился раньше, непонятно. Вот он, убитый мною медведь. И вот она, пещера. Пещера под названием Курган Фросельман. Пошли. Драуги? Наверное, драуги будут. Точно. Блин, да сколько у вас на превью годящихся. Кстати, а помнишь ужас Хорксара? Там, по-моему, вот такой драуг. Ах ты, еще со спины. Хватит танцевать. Танцор, диск. Готово. Сундучок. Ядовая древесина. Тоже возьму, просто чтобы было. Так, драуг. А какого хрена ты ожил? А я его не добил, что ли? Вот это я сейчас не понял. Или он так возродился? Давай могильную смолу тоже возьму. Ты сдох? Вроде теперь да. По всей видимости, очередная вторая жизнь у него была. Сундучок помощнее. Созревшие ягоды. Поезд перышка не нужен. Дикий меч гадюк тоже весьма посредственный. Уцененное восстановление здоровья. Ну да, ну да. А, вот он стал грим. Меня еще один друг заметил. Пусть сам он сюда придет. Кстати, да, предлагаю проверить инферно на драуге. Мой огненный топор. Так, ты помер насовсем. Контрольный в голову. Наверное, очень мощный удар был по хребту, который сломал его позвоночника, разрубил, раздробил. И все. Пам. А нет, огненных шаров. Слабенький огненный шар. Это я возьму. Серебряный кинжал. Северный. Урон незначительный. Так, вот опять сталгрим. Как его добывать, скажите мне. Несколько сталгримов. И скелет. Ну, скелет тряпочный. Кстати, напомню, что сейчас стоит максимальный уровень сложности, который возможен. Но Нерварин весьма силен. И все. Может, конечно, когда я вот эту штуку вскрою, кто-нибудь отсюда вылезет. Смотрим. Бам. Орехалковый слиток. Слитки я тоже собираю, я попробую что-нибудь выковать со временем. Лист Хальклоу пусть будет. Это ерунда, ерунда, ерунда. А, я не знаю, как его собирать, поэтому собрать я его не могу. Бам. Молот кузнеца наемника не требуется. Кольцо простое. Дьявольский шлем.
С такой защитой только его и носить. Метательный нож верного полета. Урон от 1 до 4. Вот скажи, если ты играл Морвин, ты когда-нибудь использовал вот эти звездочки, ножи, в которых урон от 0 до 0 чуть ли? Мне кажется, это просто не имеет смысла. Но вот зачем использовать такие штуки, когда ты можешь взять, например, красивый топор с уроном 1.80 или другое оружие с гораздо большим уроном и сражаться им? Конечно, можно отыгрывать роль ниндзи, но все же, блин, это чрезвычайно жестко. Но с другой стороны, можно какие-нибудь хардкорные для себя челленджи придумать. Какая драка? А, берсерк. Ну давай я на тебе испробую огненный топор. Ты любишь холод, а как тебе жара? С одного удара. Мед нордов. А заберу, потому что мало ли кто-то захочет меда, а у меня при себе его не будет. Ну и что? Давай тогда двинемся на тот остров. Сейчас и беру ягоду еще. И начнем его планомерно исследовать. Не знаю, сколько длится эта серия, но это получается чисто серия про путешествие. Давненько, кстати, не было. Все ходил с тобой, выполнял задания. А вот так разведка, осмотр территории. Такого давно не было. Все территории Морнвинда разведаны. Не знаю. Это тебе придется ощутить. Один удар. И второй. Готово. Шуб наемника. Простые штаны, простая рубашка. Дрюкская кираса. Она сделана из кожи дрюгов. Опаньки, еще одна пещера. Кстати, они прям так выделяются за счет вот этого вот постамента. Даже не пещера, а все это курганы, скорее всего. Потому что как бы они, видно, что насыпаны. Здорово, медведь. Медведь, ты какой-то слабый. Не знаю, кого я сейчас ударил. Кто-то сразу же исчез. Еще одна ведьма, не знаю, чего ее бояться. Северная медвежья шкура кирас. Но она слабо защищает, кстати, а вот эта ведьма весьма и весьма симпатична. Ладно, пошли в пещеру. Соберем. Не соберем. Это похоже на какие-то ромашки. Дикий синий курган. Химель хост. Ух ты, какой красавчик. Может, тебе тоже на превью взять? Сколько кандидатов? А потом думай, кого на превью взять. А, скелет-пират. Ничего особенного у тебя нет. Откроем мелкую карту. Еще один пират. Джек Воробей будет? Скелеты вроде второй раз не вставали. Поэтому я не проверяю. Вот это вот сундучок. Топот кнота раз. Так, но это уже не очень. Кора святого древа. А это что такое кора святого древа? Мне кажется, это щит. Куда не подходит. Так, я его куда дел? Да, это щит. А щиты я не люблю, поэтому кора святого древа, извини, я тебя носить не буду. Так, далее. Кожаный наплечник. Установление запаса сил, но он ничего не проживет. Вестник Закурума. Это тоже щит, да. Пираты тут прямо действительно сокровища собрали. А, длань Грисвальда.
элитный клинок. Просто посмотреть, как выглядит. И гвоздодер. А гвоздодер, случайно, это не кирка? Так давай глянем. Гвоздодер. Нет, это кама. К сожалению, это кама. Может, ей сталгри можно добывать? А вот этот клинок как выглядит? Кстати, клинок симпатичный. Ладно, испробую на тебе скелет. Так, но им долго долбить, поэтому раз, два, три, победа. Вот он, капитан их. Этот сундук давай грабанем еще. Звезды искры. 2-5 урон. Так, нить я забираю, потому что я планирую что-то ковать. Кости я тоже заберу, потому что планирую ковать. Хилочка. Эй, капитан. Я думаю, блин, сколько кандидатов. Ух так, здесь вас слишком много, поэтому не надо расслабляться, а просто надо рубить, 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 рубить и рубить. Капитан пиратов. Записка. Ключ. Может, у них есть какой-нибудь еще один схрон? Эксклюзивчик я возьму. Качественное. А пусть тоже. Все остальное брать не стоит. Так, что у тебя в записке было? Около великого камня солнца арка окружает иссушенные кости и плоть. В основании ты найдешь свое счастье, если начнешь копать без промедля. А, я не знаю, где арка такая находится. Но, судя по всему, она должна быть... Наверное, где-то недалеко. Ну, в принципе, на этом острове. Надеюсь, встречу. Так, что у нас тут? Тут ничего особо интересного нет. Кольцо Калгарини. Еще стал грим. Качественное здоровье. Нет инструментов. Да каких инструментов, скажите мне? Я что, не могу своим топором, секирой как разрубить этот сталгрим и взять себе кусок? Видимо, нет. Скорее всего, Восточная Имперская компания будет давать как раз таки задания на этот сталгрим. Я вот даже не знаю, может, все же стоит вернуться и получить задание, или хотя бы инструктаж, может, они действительно скажут. А вот так-то надо его добывать. Ладно, предлагаю в этой серии этим не заниматься, а в следующей заглянуть в Восточную Имперскую компанию и спросить, а что вы можете мне предложить за то, что я к вам вступлю. Здорово, медведь. Прощай, медведь. Это ты называешь поединком? Ну, извини, я подошел сзади и вонзил в тебя свой клинок. Тоже сродни поединку. Это было жестокое убийство, правда. Так, тут вроде никаких пещер нет. А это еще что? Ты кто? Сприган. А ты дерешься? Да, дерется, я помню, они просто отвратительные были в Обливионе, Сприганы эти. Кто меня там еще долбит сзади? А ты возродилась, что ли? Или у нее подруга? Да, она возрождается. Сейчас я тебя как рубану огнем. Сдохни.
она умерла? Да. Миллиард кандидатов на превью. Но вроде победа. А никто статуи не сажал. Хотя давай проверим. Восстановить. Так, не топором двинуть, а восстановить. Бам. Да, все-таки подожрали немного. Так, там берсерк стоит. Кто-то на скале. Это наездник на кабанах? Ты кто такой? Ты гоблин какой-то? Я его убил. Рьеклинг-наездник. А это Рьеклинг-кабан? У него было при себе пика. У него была деревянная вилка. А как кабана лутануть? А, клыкастый щетина спин. У него шкура. Ну давай шкуру тоже возьмем. А зачем я пришел? Я пришел сюда за тем, что кто-то там на скале застрял. Мне интересно, кто это и что он делает на скале в такой позе. Поэтому давай сделаем левитейшн. Бам. Это плывущий по волнам. И как ты здесь оказался? Ну, наверное, по заданию кого-то нужно будет его найти. Предлагаю тогда сделать пометку. Как она делается? Х. Правая кнопка. Точно. По... На русский. Плывущий. По волнам. А то, если искать, довольно-таки долго придется. Так, карта, вернись. Так, это тебе опять же, видимо. Ощущать, что смерть уже рядом. Не знаю, это тебе ощущать это нужно. Кабан, какой ты мощный. По-моему, никто, как этот кабан, мне не снял столько здоровья. Предлагаю тогда восстановить броню. Может, кто поломал мне? Ну, не особо. Все починено и прекрасно. Так, кольцуем территорию. Начались снега, белый медведь. Еще фризовая ведьма. Еще белый медведь, еще там кто-то. А, это волк, наверное. Блин, такой вроде милый медведь. А с другой стороны, как двинет тебе? А, шкура снежного медведя. Она отличается, давай тоже возьмем. Мало ли по заданию кому-то нужно будет. Так, чумной волк. У него есть шкура волка, заберем. Мне кажется, в любом случае будут встречаться задания, типа, принеси мне шкуры, сделай то-то, то-то. А шкуры будут уже сразу при себе, чтобы лишний раз не бегать. Так, черный волк. Черный какой-то тряпочный совсем волк был. Так, это чумной, как черного обобрать? А нет... Это был как раз-таки черный чумной. Может, он из-за того, что болел чумой, был такой слабый по здоровью. Кстати, они неплохо так сальтухи делают. Волки. Тебе нравится ощущать, что смерть уже рядом. Вот это был колющий удар секирой. Ты видел его мощь.
Его мощь была просто запредельна. От единицы до восьми. А вот это вот рубящий. Берем все шкуры. Шкуру фризовой ведьмы брать не будем, потому что шкуры у нее нет. Еще один всадник. Тупица. Так, аккуратно. Давно я так не убегал. Тупица. Так, опять убегать? А, мне не хватает энергии. 125, а хилка сколько стоит? 126, единичку. Отлично. Кабаны какие-то дикие. То есть медведи меня так не ранят, как эти кабаны. Они что, из Готики 3 пришли? Если ты играл в Готику 3, до всяких патчей, ты понимаешь, о чем я. Там кабаны были просто уничтожители всего на свете. Щит. Чья шкура? Щетина спина. Тоже беру. А у меня сейчас одето как раз кольцо на регенерацию. Да, одето. Что-то... очень медленно не чувствуется. Хорос подобрать нельзя. Ты умрешь на месте. Да не хочу я умирать. Вот смотри, медведь два удара. Эта щетина спины выдерживает гораздо больше ударов. И какой урон наносит. Мне кажется, они сильнее медведей. Так, еще берсеркер гоняет. И этот всадник. К всаднику я не хочу без запаса магии подходить. То есть неожиданно говорили... беги там от фризовых ведьм, беги от берсеркеров, а в итоге бежать нужно от всадников на кабанах. Кстати, предлагаю сохраниться, потому что если зависнет, это будет просто невероятно печально. Просто для страховочки. Ой, черт, кабан. Иди-ка сюда. Я соберу силы для удара. Бам. Кабан держит 4 удара. Кто-нибудь следующий меня заметьте. Берсерк, ты где? Меня заметил всадник. Но берсерки, они вроде как бы тряпочные. Прощай. Медвежий шлем. 50 защиты. Средняя броня. На ту сторону я переходить не буду. Предлагаю еще немножко продвинуться, найти какую-нибудь локацию, но здесь локации эти курганы довольно небольшие по размеру. И, наверное, остановиться, хотя сколько сейчас времени? Я вот не засекаю, сколько я играю. Ай. Волк, уйди. Мне кажется, вроде бы немного, а потом окажется 1,5 часа. А 1,5 часа... очень долго смотреть. Как ощущение того, что смерть уже рядом? Не знаю, это ж ты умираешь. Так, какая-то стела здесь. С ней можно взаимодействовать? А, камень солнца, камень солнца, камень солнца. А, так, камень солнца. Записка. Около великого камня солнца
Арка окружает из сушеной кости и плоть. В основании ты найдешь свое счастье, если начнешь копать без промедления. А нужно найти арку. Что здесь похоже на арку? Вот камень солнца. Вот он. Наверное, с ним можно взаимодействовать. Ню. Блин, даже вот это тоже офигеть красиво как. Миллиард превью. Так, в основании... Основание, наверное, вот здесь. И там нужно будет что-то найти. Но сначала грохнуть кабана, иначе он меня сам грохнет. Ну посмотри, он неубиваемый, этот кабан. Арка. Это на арку не похоже. Это похоже еще на кабана. И еще на кабана. Я собираюсь силами. Бам. Мимо. Это ты называешь поединком? Кстати, говорили, что они вроде холодом бьют, но они как бы меня особо холодом и не били. Они призывали всяких монстров. Фризовая ведьма. Может, основанием считается курган с Коксдейк, и там внутри надо что-то откопать. Ладно, поехали. Ты кто? Зомби. Одетый. Прощай, зомби. Мне нужно что-то у вас раскопать. Судя по всему, локации просто абсолютно одинаковые будут, эти курганы. Но с другой стороны, их же по одному, типу, насыпали там, строили. Мантия пожирателя яда не надо. Клинки такие тоже мне не надо, спасибо. Угу. Одеяние теней. Восстановить магию 1 пункт. Сопротивление магии 5. Магия 15. Сила... Кстати, а это что такое? Надо сейчас проверить. Колпак Биггинса. Поножи изменений нет. Вуаль ночного охотника. Увеличивает интеллект, ледяной щит, увеличивает ловкость. Перо 50 на себя, но у меня есть маска ужаса, которая дает мне силу, поэтому нет. А вот эта штука, одеяние теней, если это броня, да, это броня, но из, посмотри, тут у нас есть эбонитовая кольчуга, а здесь есть дополнительное восстановление магии, то есть смотри, сколько защиты теряем. 253 единицы или же 139. То есть два раза. Но можно посмотреть, как она выглядит со стороны. Она выглядит точно так же, как у Темного Братства. Броня, ну... Это, конечно, хорошо, что она восстанавливает магию гораздо быстрее, вот для проверки. Бам. 187, 189. Но черт подери. Очень много терять брони из-за этого. Ладно, я одеваю свою одежку. А ее будем иметь в виду, возможно, как-нибудь поможет когда-нибудь. Здорово, медвежий скелет. А ты куда делся? Медвежий скелет. А ты не сильный оказался. Скелет-лучник. Треснутый алмаз? Нет, не надо. Вот это я тоже сворую, но может кому-нибудь я продам. Опять же, сталгрим, который ну никак не использовать. Укрепленная кожа. Возьму. Шкура Кагути. Возьму. Укус Цербера. Такой я встречал на материке. Отражатель.
одеяние тень... В смысле? Оно... Это прям какая-то серия доспехов? Ладно. Волчек, кираса мудреца. Нет. Фракс. Ищет атаку. Не хочется брать гниение. Тоже не особо хочется. Сталгрим, который не рубится. Где-то здесь в основании можно что-то выкопать. Вот где, понять сложно. Бам. Неинтересно, неинтересно, неинтересно. Бам. Эйфория. Здоровье плюс 20, удача 10. Орские поножи лечения. Лучше бы они восстановили здоровье на 25. Стеной облик. Увеличивает силу. Нет. А, костяной бивень. Отражение 3, поглощение, сопротивление магии, увеличение силы. Ну вот посмотри, увеличение силы 1,29 и каких-то 5 единиц. Такое я менять не буду. Тедрическая катана лича. Получить здоровье 2,5. Опять же, смотри на Кусанаги, где он. Поглотить здоровье 20-34. Но это несопоставимо. Но может я кому-нибудь продам. И где здесь в основании копать? Ладно, пошли посмотрим, может там на улице где-то действительно есть арка. Но это на арку не похоже. Здесь вроде тоже. Арка должно быть что-то такое, через что можно пройти. Ну, типа как ворота. Вот это просто камни, это не арка. Может, тут где-то дальше. Тут вот деревяхи валяются, бревна. У основания камня солнца. А может, здесь несколько камней солнца встречается? Предлагаю до полудня подождать, посмотреть, а может, полдень будет какой-то эффект. Сейчас до 12 давай подождем. Пам. Вот полдень, не взаимодействуется. Его сюда закину. А вот она, арка. Так, все, пошли к арке. Но она совсем не в основании находится. Так, надо расправиться с противниками. Тебя обставили. Ведьма, не бегай от меня, пожалуйста, я прошу тебя. Я тебя парализую, чтобы ты стоял на месте. Так, медведь, я тебя трогать не буду. Вот она, арка. Ты кто такой? Ингмар. Ингмар со мной драться не хочет. Драться с волком тоже не хочет. Давай с Ингмаром поговорим, посмотрим, что ему надо. Мне кажется, он за сокровищами идет. Правда? Здорово. Приветствую тебя, Мюрлин Тандас. Я не знаю, какие дела завели тебя так далеко, но я рад, что ты не один из моих братьев-скалов. Они наверняка удивились бы, почему это я не внутри кургана, не убиваю Валбранта Драугра. А это кто такой? Это Драугр, который обитает здесь, в кургане Валбрант. Я должен убить его, понимаешь? В одиночку. Убить Драугра – это задача, которую каждый юноша-скалов должен выполнить, чтобы стать мужчиной. Только... Я не могу убить его. Я пытался.
Он чуть не перерезал мне глотку. Но я не могу вернуться в деревню, пока он не будет мертв. Скажи, может быть, ты согласишься помочь? Ты должен пойти со мной и отвлекать его. Ну, хорошо, я помогу, иначе он просто тебя убьет. О, хорошо. С твоей помощью я быстро расправлюсь с этим Драугром. Веди, Мерлин и Тандас, я буду следовать за тобой. А когда мы встретим этого зверя, ты должен отвлекать его, пока я буду атаковать. Только, пожалуйста, не атакуй Драугра. И один я должен атаковать и убить его. По крайней мере, в этом случае я, ну, смогу сохранить хотя бы обрывок моей чести. И буду, по крайней мере, чувствовать, что заслужил свое место среди моего народа. Даже хотя я воспользовался небольшой помощью. Ник дополнит. Я согласился помочь Ингмару в его задаче убить Валбранта Драугра. Правда, он должен был убить его один, но раз уж он пытался, и у него ничего не вышло. Когда мы войдем в курган, я должен буду действовать в качестве щита или отвлекающего. Но ни за что не должен сам атаковать Драугра. По крайней мере, в этом случае Ингмар будет легче соврать самому себе и своим там приближенным родственникам, друзьям. Ну что, будем живым щитом, и где-то здесь надо копать. Я не то, что хотел быть щитом, я бы хотел здесь где-то что-то откопать. Поэтому давай поможем Игмару, а потом займемся раскопками. Бам. Эй, атакуй меня. Ингмар, смотри, это Драугр. Сдавайся! Ты уже почти труп. Да, бей меня. Ты тряпка, не Драугр. Хилочка. А ты долго будешь его, как бы, того? Ну ладно, я подержу удар. Хилочка. Так, пожалуй, я выпью зелье восстановления магии, потому что мой попутчик, как мне кажется, будет очень долго его еще долбить. Запас сил, здоровье, противоядие, моровая, здоровье, кошачий глаз, здоровье, сила. Так, у меня восстановления магии, походу, нет. Ага, здоровье один пункт. Сразу прощай. Да, похоже, у меня нет восстановления магии, есть только восстановление здоровья. Ладно, выпью сразу. Будет. Ну ты добьешь его. Стоп, а он по нему попадает. Я видел, как он вздрогнул. Важнее не их дополнить. Валбранд Драугр мертв, и я всего лишь отвлекал его, пока Ингмар наносил удары. Ну чё, доволен, медвежатник? Это была потрясающая битва, я был великолепен. Теперь, когда этот Драугр мертв, я стал настоящим мужчиной. Я должен вернуться назад в деревню Скалов и сообщить моим братьям эту радостную новость. Заходи в мой дом, когда захочешь. Я приму тебя как брата. Ох, Мерлин Тандас, я надеюсь, что это все останется между нами. Мне бы хотелось предложить тебе какое-то вознаграждение, но у меня почти ничего нет. Я знаю, я должен оставить сокровища Драугра здесь, они твои, друг мой. Ну, хорошо. Блин, ты мне тоже просто Алгрим ничего не расскажешь. Так, какие у него сокровища? 7 монет, супер. У него есть еще Сталгрим, который я не знаю, как добывать. А есть серебряная клеймор, которая мне особо не нужна. Есть северный кольчужный наплечник, кстати. 143 единицы брони. А мои наплечники... еще понять, где они. Призрачный страж — это перчатка. Вот, я первый вижу. Так, это бонитовый наплечник убийц. 130. А где второй? Это какой, левый? Давай возьмем.
Я просто не совсем понимаю, где мой второй наплечник. Либо у меня второго наплечника не было. А нет, вот, Индарильский. Нет, но Индарильский он получше будет. Стоп, это как? 150, а этот... Чего? 143. А может он... Да, он поломан. Вот из-за этого меньше брони. Хорошо, сейчас восстановим и проверим, а то как-то неправильно заработало. Так, броня 267 единиц. Меняю наплечник. Да, на единичку меньше. Это 209. Этот 210. Правда, здесь зачарование еще на 10 пунктов можно чем-то получше зачаровать. Но не так уж, чтобы сильно. А, амулет защиты. 100 единиц золотых. Стал грим. Где здесь копать? Я только ради раскопок тебе помогал. Стал грим, стал грим, стал грим. Так, хорошо, я иду наружу. Может, там где-то еще можно что-то копать. Может, с другой стороны обойти надо? Так, миллиард волков. Я понял, меня волки заметили. Ну или один волк. Так, основание, 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 основание. Я вот в основании похороню волка. Потом, может, его кто-то раскопает. Что-то я реально не понимаю эту записку. Еще раз. В последний раз, возможно. Записка. Около великого камня солнца. Арка окружает иссушенные кости и плоть. В основании ты найдешь свое счастье, если начнешь копать без промедления. Вот эта вот арка окружает иссушенные кости и плоть. Но это говорится про Драугара явно. Основание арки. Основание арки, естественно, находится внизу. Внизу там, где вход. Или может около какого-то основания. Я вот пытаюсь сейчас посмотреть, может какой-то клочок земли можно здесь как-то. А мозг? Вот оно где. Я нашел... Я не понял, что за надпись. Я прочитаю или ты напиши в комментарии, что это было. 5000 золотых. Рубин. Изумруд. Бриллиант. Но это я брать не буду. Кольцо просто так и жемчужин. Вот оно где. А мозг, как я понял, это что-то вроде лишайника, мха. Вот так вот припрятали здесь сундучок. Очень удачно, что я решил все обходить. И то, что я подумал, не в основании, типа, вот как бы арка, вот низ основания нужно внутри там кружить. Ну, в общем-то, классно. Давай, пожалуй, на этом тормознем. В принципе, территории довольно-таки много уже было осмотрено. Ну, примерно раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцатая часть где-то. Но мне определенно понравилось, что здесь разнообразные соперники. Будет кого поставить на превью в каждой серии, не надо будет ломать голову. Так, смотря на вот этих волков, давай остановимся. Спасибо тебе за просмотр. Если понравилось, ставь лайк, оставляй комментарий, подписывайся на канал. Спасибо и пока.